Привет всем, Бодров Титовод на связи. Сегодня 2 ноября, и я сажаю сегодня гортензию. Гортензию из компании Розалия, которую я выиграл, участвуя в розыгрыше ВКонтакте. Это гортензия метельчатая, сорт Грандифлора. Такая обильно цветущая. Вот сейчас сажаю, посмотрим. Поздно, не поздно, выживет, не выживет. Прям тоже такой эксперимент и авантюра. Яма готова, земля для нее готова. Сейчас будем сажать. Вот так выглядит примерка. И остается засыпать все это плодородной землей. Вот так она сейчас выглядит. И через пару недель мы еще сделаем зимнее укрытие. Воздушное укрытие для гортензии, чтобы она хорошо перезимовала. Будем смотреть, наблюдать, что произойдет с ней весной. Пока-пока!